Одно, о котором практически все уже забыли. От ПСЖ на Олд Траффорд 0-2, ибо спустя почти месяц манкунианцы взяли реванш у французской команды 3-1 в драматическом матче на Парк де Пренс, который вывел Сульшера и его великолепных парней в четвертьфинал Лиги Чемпионов, где они оказались в четвертьфинал Кубка Англии, куда манкунианцы попали после 3 побед над Рейдингом, Арсеналом в 1-16 и Челси в 1-8. Это две последние победы были добыты в гостях. Теперь МЮ в четвертьфинале опять на выезде встретится с Вулвергемптоном. Рива. 17-й Фред, 20-й Диого Далот, под нападающим Поль Погба, 6-й впереди Маркус Решфорд, 10-й и 9-й Ромело Лукаку. Практически это все герои, вот те, ну, за исключением Матича, который не играл, и Погба. Это все ребята, которые потрясающе отыграли в Париже, просто потрясающе. С этим согласятся все, независимо от того, болеешь ты за Манчестер Юнайтед или нет. Действительно, все, кто выходил на поле Парк де Пренс в майках Манчестер Юнайтед, показали себя самой лучшей стороны. Внимание, Матич не играл, если брать последний матч. Это 18 февраля он отыграл в Кубке Лиги против Челси. Ну а в АПЛ он не играл аж 9 февраля с Фулхэмом. Ну потом 9 сезон в английской премьер-лиге. Матч начался. У нас по картинкам в составе воссоединилась вот эта атакующая пара Абамиянг Лякозет 1. Ну а затем была ничья на Олд Траффорд 5 декабря. И дающийся, что касается центральных защитников. Сейчас разыгранная передача, момент опасный. Ух, как здорово. Мы с вами сейчас не видим в составе Арсенала Мхитаряна, который имел такой. И Лякозет. Лякозет это вся. Итак, Джака подает в штрафную. Еще один удар. Прыжка Дрена, и тем, что его заменили, он сидел с каменным лицом. Ну, действительно, француз. А, удар через себя Абамиянга. Абамиянг был страшно расстроен поражением. Финалом Кубка Англии. И Абамиянг против Смолинга. Абамиянг. Ну, это непонятно. Виктор Линделев, который просто вырос в класс. Удар, то ли подача. Мяч уходит за пределы поля, но желание колоссальное. Смолинг лучших в английской премьер-лиге. Ну а Смолинг наступит на горло собственной песни. И... Но это уже в прошлом. Это уже история. Жака бьет поворотом. И гол! Гол Жака открывает счет. В противоход Давиду Дехечку. Ну, в общем, по центру влетел Давид Дехе. В другую сторону мяч. Давид Дехе вправо, мяч влево. 1-0. Давайте еще раз посмотрим, что же здесь произошло, что помешало Дехе, в общем-то, отразить не, ну, ординарный, так скажем, удар Гранита Джаки. Дан. Тут странный получился удар. Смотрите. И мяч совершенно по удивительной дуге. Нет, никого он там не задел. В матче с Тоттенхэмом получил красную карточку. Здорово играет Мэтланд. Но все-таки, наверное-таки помешал Лукаку попасть в цель. Если бы не начал он аккуратненько. Мэтланд Найлс, чемпион мира. Счастье, только счастье было на стороне. Но, правда, с другой стороны, 20-летних. Вот видите, вот здесь момент. Ну вот, практически, что здесь? У Лукаку. Нет, это Погба. Погба, конечно, да. И удар поворотом. Штанга! Берт Лено, если бы мяч попробовала сыграно здесь. Давайте еще раз посмотрим. Вбил. Но такое штанга от Фреда. Берт, красиво, красиво все. И вот удар поворотом в передаче Мэтланда Найл. Состоялось аж в октябре 1894. Аарон Рэмзи. Это 200. Арсенал назывался Вулвич Арсенал, а Манчестер Юнайтед Нью. Линделев, однако Лекозет. Лекозет с мячом остается. Он уходит от шведа, бьет поворотом. Очень опасно. Ушел от шведского центрального защитника. И, пожалуйста, угловой. Ой,
очень опасный удар француза, как здорово он ушел от Лаказета и заработал. Погба, Погба на Лукаку, Лукаку развернулся и делает пас вперед. Да, конечно, мяч ушел. Ведь решающий гол, если бы не было видеоассистента. Что нужно угловой, угловой нужен. Вот что знает, не успевает Решфорд, хотя он показывает, что я не дотрагиваю. Люк Шоу, ой, какая неточная передача, однако она под боли дала удар по воротам. Выше на поле. И от ворот бьет Лено. На Лукаку, Лукаку в штрафной площади. И Далот. Пас назад. Здесь сейчас нос назначает. Что у нас там? Опоздал. Чуть-чуть. Опоздал. Решфорд имел билет. Столкнулись два игрока. Но здорово выручил свою команду. Или косильны. Нет, это Джака, ух, Джака. И он чуть-чуть запоздал. Вот видите, Далот делает пас назад, а Решфорд, он, конечно... Но аплодирует Унай Эмери. Ему нравится, как играет. Снова подбор за Арсеналом. Джака, ну куда же Джака-то бьет? И использует длинные передачи. Тут нет пенальти. Или пенальти. Пенальти все-таки задели ногу. Достаточно было одного движения. Лаказета и мост. Показывает и на точку мост. В нашей 18-й минуте. Арсенал. Ну-ка. Все-таки да, финал. Конечно. Здесь ну-ка. Очень четко видно. Да, конечно. Видно и здесь мост. Очень... Это нарушение ногу Лаказета и мост все-таки задевает. Показывает Лаказет. Мост тоже указывает на 11-метровое движение против Дехея. 2-0. Впереди Арсенал. Абубьян забивает 17-й гол. И делает победу более зримой Арсенала в этом принципиальнейшем матче, важнейшем. Марсиал.